Добрый день, мои друзья, товарищи, сотрудники компании ЦТХ Евро и хорошие люди. Сегодня у нас 9 мая. 9 мая мы поздравляем своих родных, близких, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Первым делом я поблагодарю тех людей, которые уже с утра 9 мая сделали поздравления. В дальнейшем я покажу те моменты из биографии наших родственников и близких, которые участвовали в войне и какие получили ордена. Потом, по возможностям, поеду на Красную площадь, возложим цветы к могиле неизвестного солдата и, по возможности, снимем красивый салют сегодня на 9 мая. Первый этап выложим в ближайшие часы, потом будет дальнейшая работа. Фильм будет собран в единое большое и выложен отдельно еще одним этапом. Начинаем благодарности наших друзей и близких. Сегодня первым делом с Самары Александр Васильевич Михалев поздравил нас с 9 мая. Поблагодарим его, прислал красивую открытку. Также очень красивое видео прислал у нас Андрей, который занимается красной икрой. Мой брат Айнур Ханов также сегодня поздравил с 9 мая. Благодарим, желаем хорошей жизни в Казани, Айнур. Далее Наиль, замечательный человек, который живет в Санкт-Петербурге, прислал фото воздружения знамени Победы на 9 мая, праздник. Далее наш замечательный человек Николай Михайлович Дунин, компания ЦТК Евро, прислал фотографию с 9 мая. Благодарим вас, Николай Михайлович. Наш адмирал Обухов Владимир Васильевич, у которого отец побывал на двух войнах, который участвовал очень. Его род 4-5 поколение военное. Поздравляем вас с 9 мая, Владимир Васильевич. И благодарим за красивые фотографии голубей на синем небе, которые несут оливковую веточку мира. Точно так же поблагодарим нашего Рашид Мансурыча, хорошего человека, который прислал нам фотографию девушки в пилотке. Она черно-белая, но многозначащая. То же самое фотографию Владимир Борисович Евстигнеев прислал. Ему она тоже показалась изумительно хорошей. Наш отпускник военный Андрей Александрович Точинов прислал фотографию с 9 мая на фоне Ордена Победы, Жукова и нашего Сталина. Наш родственник, уважаемый Ахметов, прислал с Днем Победы открытку. Рамиль, который Вахитов, прислал три фотографии с 9 мая, искренне и благодарен. Но самое красивое с татарскими бахеттелимдиген, фотографии девушки, маленькой девочки с голубыми глазами, я ее потом выложу. Уважаемый Рустам Расимович, многоуважаемый Рустам Расимович, благодарю, что вы прислали мира тебе, здоровья и удачи, с Днем Победы. Я ценю каждое ваше поздравление и благодарю вас за праздничное поздравление. Для меня это ценно. Вы сделали очень много хорошего в жизни для развития. Андрей Викторович Богданов, благодарю тебя искренне за красивую фотографию. Я ее выложу в конце этого видеоролика. Она для меня значима, и ваше поздравление тоже. Благодарим вас за доброе дело. Жители нашего района прислали тоже фотографию отдельно. Николай прислал красивую фотографию День Победы с 9 мая. И много там черно-белых фотографий.
Также поздравление пришло от Венеры с Казани. Благодарим тебя, Венера, за столь доброе дело. Марат, имам наш, с мечети отрадной, благодарим тебя за твою фотографию и поздравление. Мой очень хороший друг Александр Анатольевич Марунчак из Курска. Александр, искренне ценю твою дружбу, благодарим. Также пришла фотография, три поздравительные фотографии из Бишкека. Это Данияр. Данияр, искренне благодарим. У Данияра отец снимался в фильме «Они сражались за Родину», поэтому это значимое событие. Далее мой родной братишка прислал фотографию с Днем Победы, Великой Победы. Девочка держит красные тюльпаны и на фоне памятника, где солдат останавливает действие, убирает за спину автомат и руками показывает, не надо воевать в этой жизни. Изабелла сделала поздравление из Сочи. Благодарим тебя, Изабелла. Далее у нас Рамиль Шамильевич Мухлисулин. Лучший друг и товарищ сделал мне поздравление. С Днем Великой Победы! Ура! Семья Остановских, Лев Залманович и Дмитрий Львович сделали поздравление с красивой открыткой. Благодарим вас большое. Поздравил Сергей Сергеевич Шураков. Это из компании. Благодарим тебя, Сергей Сергеевич. Желаем вам здоровья. Михаил Осипович, благодарим вас за праздничное поздравление. Вы прислали видео, искренне благодарю, желаю вам здоровья и вашим близким. Сергей Михайлович Зеленков поздравил открытками, двумя открытками. Одна черно-белая, люди с радостью, с цветами идут по победной земле. Я ее тоже сейчас в видеоролик выложу после девочки маленькой с голубыми глазами. Это тоже значимая эмоциональная фотография. Благодарим вас, Сергей Михайлович. Это руководитель компании «Супротек». Точно так же прислал сегодня Александр Игнатьев поздравление. Благодарим тебя, Александр. Здесь и есть выступление маленьких девочек. Еще одна значимая фотография. Филипп сделал короткое маленькое поздравление. Благодарим тебя, Филипп, и желаем, чтобы ты в дневное время старался выполнять все свои дела, не откладывал на поздний вечер. Сегодня пришло поздравление, видео с Чечни. Мы благодарим Абубакира, искренне уважаем вашу семью, ценим. Желаем вам всего доброго и благополучия, мирного неба в Чечне, чтобы ваш регион тоже процветал и ваше руководство крепло и показывало мужские направления в этой жизни, что очень значимо. Айдар Насихович, благодарим тебя за поздравления, желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов, за красивую фотографию «Пять лучей». И у каждого основания луча сидят девушки в военной форме. Ценим. Всего доброго, благополучия. Отдельно благодарим, значит, мою маму за то, что она дала мне возможность снимать, жить. Далее благодарим своих родственников о том, что они чтят победу наших предков. После этого благодарим всех, кто меня поздравил. Отдельно я поздравляю сотрудников компании «ЦТК Евро» с Днем Победы. Поздравляем Суюнова Рамиля Равильевича. Поздравляем сегодня Валитова Алмаза Марселевича. Поздравляем всех сотрудников «ЦТК Евро». Желаем здоровья и благополучия. Также мы поздравляем всех друзей уважаемых. Поздравляем в Курске Веронику Максимовну. Поздравляем в Нижнем Новгороде мы Раузу Камалевну. Поздравляем в Питере наших родственников, в Татарстане. Поздравляем всех
хороших, добрых, уважаемых людей. И сейчас мы выложим с вами видео, ряд наших родственников, близких и друзей, которые получили ордена и медали за участие в освобождении нашей страны. Далее, я каждого из вас прошу прислать дату рождения, фамилии, имя, отчество ваших родственников. Мы продолжим этот ряд длинный. Точно так же мы постараемся выложить видео с возложением цветов к могиле неизвестного солдата от имени наших родственников, от имени ваших родственников. Также мы разговаривали с Обухом Владимиром Васильевичем о том, чтобы собрать определенное количество денег и посетить какого ветерана, который живой, и можно было бы выразить наши благодарности ему в сегодняшний день. Их осталось очень мало. И надеемся увидеть замечательный, красивый отснять салют для того, чтобы мы все ощутили нотки этого праздника. Благодарим вас, мои друзья, товарищи, близкие люди, которые находятся здесь и которые находятся в Азербайджане. Это наш Афлитон Мусалович, это наш Булот, передаем вам привет. И всем другим людям, которые участвовали на фронте и которые участвовали на нашей земле, ее возделывали, чтобы насытить и накормить нашу армию. Благодарим вас, наши родственники, друзья и близкие, которые чтят, уважают и ценят этот праздник 9 мая.